воздухе летчик на крышке. Ахтунг! Ахтунг! По крышке недолюб! Ахтунг! Ахтунг! По крышке недолюб! По крышке недолюб! Ахтунг! По крышке! По крышке! Внимание, внимание! В воздухе Покрышкин передавали рации немецких самолетов. Воздушный бой — это секунды. Истребитель стремительно набирает высоту, делает переворот через крыло, решительно атакует противника. Высота, скорость, маневр, огонь! Идет к земле горящий Мессершмитт. Гвардии полковник Покрышкин в бою над Вислой сбил 59-й немецкий самолет. Девять воздушных побед. Фоке-Вульфы, Хейнкеля, Мессершмитты, Юнкерсы, Дорнье. Германские самолеты всех типов встречал в полете Покрышкин. Настигал, сбивал, жег. Он уничтожил свыше сотни летчиков. Больше 10 авиационных отрядов Германии. За время Великой Отечественной войны он пролетел с боями 240 тысяч километров. Это расстояние равно 6 перелетам вокруг света. Родина высоко оценила его воинские подвиги. В Кремле. Первый трижды Герой Советского Союза получает третью золотую звезду. Первый трижды Герой. Президиум Верховного Совета Союза СССР указом от 19 августа 1944 года наградил вас третьей медалью «Золотая звезда» и постановил установить ваш бронзовый бюст на постаменте в виде колонны в Москве при Дворце Советов. Слава Покрышкина облетела весь мир. Покойный президент Рузвельт назвал его самым лучшим из всех летчиков-истребителей союзников. Трижды героем вернулся Покрышкин в родной Новосибирск. Весь город вышел на митинг, посвященный встрече с дорогим гостем. В честь пребывания летчика на родине, новосибирцы сверх плана отгрузили 60 эшелонов оружия и боеприпасов, подарили соединению Покрышкина 40 боевых самолетов. Говорит гвардии полковник. Наше счастливое поколение имело возможность осуществлять самые смелые мечты. Я из рабочей семьи. Многие из вас помнят моего отца. 10 лет тому назад я оставил свой станок на Сибметаллстрое. Я мечтал стать летчиком-истребителем и защищать советскую родину в боях. Эта мечта стала реальностью. Теперь мною владеет новая мысль. Выйти до немецкой земли и сшибить немцев с германского неба. Дом на улице Державина. Подарок города Новосибирска матери героя Аксине Степановне. 7 лет не был дома Александр Иванович. Сегодня он отдыхает в кругу родных и друзей. Его жена. Они познакомились на фронте, где она работала медицинской сестрой. Марии Кузьминишне земляки прислали особый подарок, приданное для ребенка. А
окончен короткий отпуск. Снова на фронт. January 1, 1945 года войска 1-го Украинского фронта, в составе которого сражалось соединение Покрышкина, вступили на территорию Германии. Германия. Внизу немецкие города. Крайсбург. Опельн. Бриг. Город Бунцлау. Покрышкин сначала увидел его таким, сражаясь в воздухе за этот город. Сейчас, когда фронт продвинулся, летчик на улицах Бунцлау. Этот город вошел в историю русской армии. Здесь в 1813 году умер фельдмаршал Кутузов. На Берлинской дороге, в 9 метрах западнее Бунцлау, наши войска восстановили обелиск на могиле, где похоронено сердце Кутузова. Великий полководец приказал похоронить его сердце в том месте, до которого он доведет русскую армию, преследовавшую Наполеона. Сегодня здесь возлагают венок летчики Покрышкина. К передовой идут правнуки солдат Кутузова. Говорит трижды герой Советского Союза. Перед священным прахом сердца великого патриота вспомним павших в боях товарищей наших, сгоревших в воздухе, разбившихся на земле, Семенишина, Левицкого, Вишневецкого, Шаренко. Так будем же сражаться бесстрашно и беспощадно с немецко-фашистской армией убийц, пока не очистим от них землю и небо. Вместе с фронтом летчики двигаются вперед на запад. Они прокладывают в небе Германии новые боевые маршруты. В авиации тылы идут впереди. Батальон аэродромного обслуживания появляется на захваченных аэродромах почти одновременно с пехотой. На новых точках приземляются летчики. Осваивают новые базы. Занимают новые квартиры.
Штаб Покрышкина. Здесь его 57-я квартира за войну. Сюда поступают донесения о ходе боев, разведки, свободной охоты. На истребителях Покрышкина установлены специальные аппараты, кинопулеметы. Когда летчик стреляет, автоматически производится киносъемка. На узкой пленке заснят важный объект – штурмовка переднего края немецкой обороны. Эта пленка представляет особый интерес для командования. Только 30 минут тому назад из дальнего рейда в тыл противника вернулись разведчики. Их фотоснимки уже обработаны. Воздушная разведка – глаза армии. Ее работа играет большую роль, когда готовятся операции, составляются планы, определяется направление удара. На фотопланшетах засечены немецкие аэродромы в районе будущего прорыва. Сюда направят огонь наши артиллеристы, сюда наши танки, здесь будут работать бомбардировщики и штурмовики. Окончен боевой день. Над кроватью Покрышкина висят силуэты немецких самолетов. Не забывать о противнике, его любимая поговорка. Каждый день летчик тренируется с прицелом, чтобы в бою не подвели ни глаз, ни рука. Напарник Покрышкина — лейтенант Голубев. Он прикрывает полковников в бою. Покрышкин по привычке летчиков руками поясняет Голубеву смысл. Старается зажечь самолет, а я поражаю пилота. Надо подходить к мессеру совсем близко, насто, даже на 50, и все получится нормально. Самолеты не могут подняться в воздух. Но истребители Покрышкина не уходят с неба и продолжают сбивать немецкие самолеты. Этот корректировщик был послан немцами разведать, откуда взлетают самолеты Покрышкина. Но летчик Сухов перехватил его по пути. Такой самолет на языке летчиков называется рама. Сухов считается специалистом по рамам. Это пятая на его боевом счету. Летчик докладывает. Зашел со стороны солнца, круто спикировал и зажег. Откуда же взлетает Покрышкин? Германское командование всеми средствами пыталось узнать, где находится аэродром Покрышкина. Оно посылало на поиски шпионов, бросало парашютистов. Ведут одного из них. Его зовут Фриц Фишер. Он 5 лет служит в германской армии. Штатская одежда не может скрыть выправки кадрового унтер-офицера. Немцам и на сей раз не удалось узнать, где находится аэродром Покрышкина. На самом деле никакого аэродрома не существует. Фишер сейчас идет по автомобильной дороге Бреслау-Берлин. С нее и летает Покрышкин. В истории авиации еще не было случая, чтобы шоссе было использовано как аэродром. И в тот же день истребители, взлетевшие с автомобильной дороги, уничтожили еще один немецкий самолет. Его сбили ученики Покрышкина, Сухов и Вахненко. Кто из них дал решающую очередь, осталось неизвестным. На их боевом счету прибавилось по полсамолета. Перед решающими боями к летчикам приехал командующий войсками 1-го Украинского фронта маршал Советского Союза Конев.
Маршал приказывает командирам летных соединений готовиться, не теряя ни одного часа. Предстоят упорные, жестокие бои в самом логове фашистского зверя. В этих боях авиация должна провести большую работу, разведать систему обороны противника и обеспечить с воздуха продвижение наземных войск. В этой необыкновенной школе командиры-летчики генерал-полковника авиации Красовского решают задачи, поставленные перед ними ходом великого наступления Красной Армии. Стол посредников. Здесь координируется действие истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Полковник Покрышкин, его начальник штаба полковник Абрамович, разрабатывает планы работы соединения в предстоящей операции. Перерыв. Из классов выходят прославленные командиры, гордость воздушной армии. Главный педагог Красовской, Утин, Рязанов. Покрышкин искал новый способ усилить свои самолеты, повысить их боевое значение в предстоящей операции. К истребителю подвешена бомба. Покрышкин всегда сам проводит опыты. Сегодня предстоит экспериментальный полет. Нужно проверить, сможет ли истребитель вести прицельное бомбометание. Сейчас проверяются все сложные расчеты. Подводится итог большой кропотливой работы. Мастер воздушного боя может стать мастером бомбовых ударов. Летчика встречает техники, его постоянные спутники на земле, прошедшие с ним всю войну. Их интересует поведение машины с бомбой в воздухе. Легко ли оторвалась от земли, как выходила из пике? Покрышкин подводит итог. Получилось нормально. Теперь начнется серьезная тренировка. Мы добьемся, чтобы все ходили на работу с бомбами и бомбили точно в заданную цель. Авиация готовилась к последнему решающему удару по врагу. Ближе к линии фронта придвигались стальные аэродромы. Они собираются из стальных плит и могут перебрасываться с места на место. Работа по сборке заканчивалась в рекордно короткие сроки. Перед боем. Командир соединения разбирает схемы воздушного боя, которые он разрабатывал после каждой проведенной операции. Он снова и снова взвешивает плотность огня немецких самолетов, их излюбленную тактику, их вероятные курсы. Предстоит серьезный бой. По данным разведки, немцы ввели в действие ПВО Берлина, свой последний и самый сильный воздушный флот «Райх». Лилия — это Красовский, его позывные сегодня ночью. Генерал-полковник авиации и начальник штаба генерал-майор авиации Пронин вызвали к прямому проводу всех командиров летных соединений. Докладывает о готовности Рязанов, Мачин, Утин. Полковник Покрышкин получает приказ участвовать в массированном ударе авиации на южных подступах к столице Германии, городу Берлину.
ультра боевого дня. С дальних аэродромов пошли в воздух бомбардировщики Архангельского, Никишина. Штурмовики Рязанова. Илы. Грозные штурмовые машины конструктора Ильюшина. Идут в воздух Яки, прославленные истребители конструктора Яковлева. Десять сорок. На аэродроме Покрышкина. По самолетам курс на Берлин. Покрышкин неустанно готовит молодых мастеров воздушного боя. Он сам отправляет на задание летчиков своей боевой четверки. Сейчас пойдут в воздух его лучшие ученики. Голубьев. Сухов. Бахненко. Наши самолеты над целью. На немецкие укрепления, на артиллерийские позиции, на мощные порты обрушен смертоносный груз. Наблюдательный пункт маршала Конева. Пятый заход. Дым пожаров заволакивает район атаки, но бомбардировка продолжается с прежней силой по уже пристреленным целям. Вступают новые силы. Гвардейца Мачина на новейших самолетах конструктора Лавочкина. Наблюдательный пункт Покрышкина в 2 километрах от передовой. В воздухе самолеты противника. Представитель наземного командования генерал-майор Бобров предлагает полковнику преградить им путь, не допустить к нашим боевым порядкам. В воздух пошли самолеты резерва. Сегодня позывные летчиков Покрышкина — «Легенда». Командир соединения — «Легенда-1». Я, «Легенда-15», иду в воздух. Я, «Легенда-16», иду на перехват. «Легенда-40», иду в атаку. «Легенда-93», иду! Немцы. Самолеты воздушного флота «Райх». Скорей на перехват! Скорей на перехват! В высотах горячий бой. Лавочкины. Яки. Немец спит. Еще один немец спит. В полете «Легенда-35» один из учеников Покрышкина. Он повторяет прием воздушного боя своего учителя.
Еще один немец сбит. Земля подтверждает воздушную победу. На шоссе немецкий парашют. Получено радио. Я легенда 35, иду с победой. Легенда 35 – это младший лейтенант Гольберг, самый молодой в соединении. Ему 19 лет. Командир полка горячо поздравляет пилота. Захвачен немец, приземлившийся с парашютом. Лейтенант Бруно Ворм награжден 3 гитлеровскими орденами и медалью за зимний поход в Россию. Сегодня был первый бой в жизни комсомольца Гольберга и 62-й у фашистского аса Ворма. Немец просит объяснить, как его сбили. Снизу! С хвоста! Ас удивлен. Это не по правилам заходить снизу. На допрос. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту от 2 мая 1945 года. В этом приказе, посвященном взятию столицы Германии, города Берлин, отмечается, что в боях за овладение Берлином, наряду с другими славными соединениями и частями, отличились летчики полковника Покрышкина. И летчики Покрышкина 59-й раз перелетали на новую базу. Ангары, разбитая техника врага, результат работы наших летчиков в небе Германии. Здесь был один из последних узлов ПВО города Берлина, один из берлинских аэродромов. Этот сожженный нашими летчиками шестимоторный «Юнкерс-гигант» был приготовлен для бегства фашистских главарей.